Реконструкция Северного автовокзала начнется в Екатеринбурге в этом году. На его месте будет создан крупный транспортно-пересадочный комплекс, который объединит автобусы, метро и поезда. Благодаря перестройке пассажиропоток узла увеличится вдвое. В том числе должны быть предусмотрены все мероприятия, связанные с безопасностью пассажиров. Будет продумана и технологическая зона для транспорта. Разведены потоки прибытия и отправления. Но пока в эскизах пока все симпатично. Надеюсь, что к чемпионату мира практически все будет. Чемпионату мира по футболу практически все будет закончено. В ближайшие годы должен преобразиться весь железнодорожный район. Главам города в ходе объезда представили новый крупный проект – Мельковские кварталы. Этот жилищный комплекс появится на месте цехов «Уралтрансмаша». Украшением спального микрорайона станет река Мельковка, которую застройщик попытается вывести из подземелья. Открыть ее еще в одном месте – в сквере у кинотеатра «Космос» – предложил глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Сейчас этот парк заброшен, и одна из строительных компаний планирует построить там 33-этажную гостиницу. Спикер Гордумы предлагает все же сохранить зеленую зону, благоустроив ее. Здесь можно поставить несколько стритбольных и волейбольных площадок, которые будут востребованы вот на этом пятачке. А все остальное сделать под парк. Дорожки надо отсыпать, потому что они размываются здесь, ну грязь таскают через них. Просто отсыпать хотя бы отсевом каким-то. Он очень востребован, очень много народу ходит. И делать освещение. Все, и можно сделать.